Чудовище, которое наша программа безуспешно искала на озере Бросно, неожиданно объявилось в одном из петербургских водоемов. Причем нам удалось заснять его достаточно подробно. О появлении зверюги нам сообщили питерские художники, которые сегодняшко проводят на втором Суздальском озере необычную выставку скульптуры на воде. Но как таковое это чудовище возникло здесь случайно, оно и не предполагалось в принципе сегодня. Оно возникло из ниоткуда. Художник привез его, поставил, и оно родилось из глубин, и... Оно как раз олицетворение того, что здесь происходит. Что же здесь происходит? Случайному посетителю, не знающему, что это водный вернисаж, скажем так, ватерсаж. Так вот, случайным посетителям разобраться в происходящем было сложно. Но тут находится рядом заведение, одно Степан Скворцова называется. Ну вот, мне кажется, они оттуда. Если кто не знает, Степана Скворцова – это знаменитая петербургская психиатрическая клиника. Но организаторы и художники, кстати, из разных стран, уверены, что они сделали новый шаг в искусстве. В мире вообще таких аналогов практически не существует. Здесь с гордым организатором поспорил проходивший мимо посетитель, случайно оказавшийся искусствоведом. По его мнению, соединение водной глади и искусства старо как мир. В свое время была такая фишка в новой венской школе, когда была музыка на воде, когда ездили музыканты по воде в Венеции и играли. Сегодняшка в Северной Венеции по воде тоже ездили, осматривая скульптуры. Гораздо дешевле было посетить вернисаж в плавках, но из-за холодного ветра желающих не нашлось. Смотрели в основном с берега. Возвращаясь к чудовищу. Его автор, к сожалению, отсутствовал. Но нам удалось узнать, что на создание зверюги его вдохновила не программа сегодняшка, как хотелось бы думать, а гораздо прозаичнее – зеленый змей, витающий над большинством художественных посиделок. Корреспондент Сергей Сергеевич Елгазин, оператор Сергей Вольнов. Сегодняшка Питер прямо с выставки на воде.